Россия – страна винограда. Здесь у меня растут виноградные лозы. Вот здесь и здесь я уже выкопал две. Сейчас приготовился копать третью. И здесь еще 6 штук. Под листьями они зимовали всю зиму. Сегодня 7 апреля. Почечки еще не набухли. И я пересаживаю на улицу. Сейчас я вам покажу. Стоят теплые дни. 7 апреля. А вчера я 2 растения уже посадил и полил. Здесь против стенки свет будет отражаться на лозу. Вот там, где стоит лопата, еще будет остальные 7 растений. Как я сажаю, вам покажу сейчас. Я сажаю 2-летний саженец, который у меня рос в оранжерее, но поскольку идет глобальное потепление и Россия станет житницей винограда, поэтому я сначала удобряю немножко калийными удобрениями, насыпаю немножко земельки, чтобы не обжечь. Так. А больше? Так. Земли. И на юг отправляю саженцы вот так. На юг. Насыпаю все это дело земелькой плодородной, которая смешана с птичьим пометом. И снова немножко золы. Так. Это очень много, Ник. Вот так. Сюда и надо много, один раз закладывается. Сейчас я добавлю еще одно ведро водородной земли, чтобы виноград хорошо рос. Вот так. И надо трамбовать. И полить сюда ведерочко воды, чтобы корни обросли глиной. Когда эти растения будут подвешены соответствующим образом, я вам покажу,